Вот Светлана хороший вопрос задает. Слышала, чтобы отмолить всех, нужно по 40 раз прочитать всю псалтырь о здравии и по 40 раз о упокоении. Это так? Нет, Светлана, это не так. Потому что спасение человека – это тайна, известная только Богу. Никто не может сказать, вот этот человек спасется или нет. Это известно только Господу. Молиться за близких надо всю жизнь. Не только 40 раз прочитал и успокоился. Нет, всю свою жизнь мы будем молиться о близких. Это очень важно, потому что, особенно если за усопших, да, усопшие не могут в храм прийти, чтобы помолиться. Они ждут нашей помощи, на нашу молитву надеются и на нашу помощь. Но нету такого, что вот ты столько раз прочитал, и все, и можно идти гулять. Нет, мы всю жизнь будем молиться.